Сосногорске в 23-й раз прошел фестиваль джаз, рок, фолк и популярной музыки. В этом году главной темой Сосногорского рок-феста стал предстоящий юбилей Республики Коми. По традиции музыкальный праздник проводился в 2 дня, чтобы участники фестиваля сумели не только показать, на что способны, но и поучиться у состоявшихся профессионалов сцены. Перед началом конкурсной программы фестиваля зрителей и музыкантов с долгожданным праздником поздравил исполняющий обязанности руководителя администрации Сосногорского района Виктор Шомисов. 23-й раз проводим этот фестиваль, и это уже 25-й год этому фестивалю. Я от всей души поздравляю вас с этим праздником музыки. Участникам хочется пожелать творческих успехов, гостям получить удовольствие от общения с хорошей музыкой, ну и всем нам общего хорошего праздника на эти 2 дня. Заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Марина Метелева передала жителям Сосногорска привет от председателя регионального союза композиторов Михаила Герцмана. В этом году Михаил Львович не смог возглавить конкурсную комиссию фестиваля, но по уважительной причине. В это время он находился в Санкт-Петербурге, где вместе с ансамблем «Асия Кыа» и симфоническим оркестром записывал гимн Республики Коми, который прозвучит на торжествах, посвященных 95-летию нашего региона. Успехов всем участникам и, конечно, членам жюри. Радости вам, зрителям. И пусть, черт возьми, хоть сегодня не будет дождя. Поверьте, в эти минуты я думаю о вас. И вновь напоминаю, что слово «рок» в переводе с коми языка означает «каша». Молодцы. А значит, да здравствует наша каша. Ура! Конкурсная программа рок-фестиваля началась необычно. Вместо песен со сцены прозвучали стихи в исполнении сосногорца Артура Галимова. Его сменила еще одна наша землячка Галина Попеска, которая выступила в стиле фолк-рок. Артур Галимов и Галина Попеска стали единственными представителями Сосногорска на этом фестивале. Эстафету приняли группы из других городов и районов Республики Коми, а также соседних регионов. The Acid Nation приехала на фестиваль из Котласа Архангельской области. В Сосногорск они привезли альтернативный рок, а домой вернулись с новыми впечатлениями и знакомствами. Сегодня повезло с солнцем, мы замечательно отдохнули, познакомились с различными людьми. С Усинска, Сыктывкара, с Ухты. В общем, все круто, здорово. Вместе с котласскими музыкантами альтернативу на сцене фестиваля представляли ухтинские команды Aeron, Exiles и From the Inside. А вот классический Hard and Heavy сыграла ухтинская группа Restart, многие участники которой уже неоднократно выступали на Сосногорском рок-фестивале. Очень жарко не только в плане погоды, очень жарко в плане публики. Публика, видно, что ждала долго, хотела чего-нибудь. Всем надоело сидеть на заднице. Вот. И все сегодня пришли для того, чтобы здесь оторваться. Ухтинских металлистов поддержали их земляки Electric Crown и сыктывкарцы Ravenstadt. И те, и другие впервые выступили на Сосногорском рок-фестивале. Участники этих команд совсем молоды, но играют классический металл 80-х.
вдохновляют наши кумиры. Это Джеймс Хэтфилд, ну все, не стоит выделять их. Джоуи Темпест и так далее, Эксел Роуз, их много. Мы фанаты старой школы. А вот музыканты из Воркуты – настоящие зубры зырянского рока. Группа «Экстер» образовалась в начале 90-х. В 92-м уверенно заявила о себе на Сосногорском фестивале, став его лауреатом. И целое десятилетие воркутинцы были примером для подражания музыкантам всей республики. Очень хорошо. Главное, что не орали. Трэш давай! Вот это нам не нравится. Мы же по старенькому рок-н-роллу, по классическому. А здесь все время трэш почти. Об этом нам сказали, что рады будут нас видеть из-за того, что у нас не вот эта вот молотиловка такая. Вы по классике не изменяете? Нет. Вы считаете, что это всегда? Ни женам, ни классике, ничего не изменяем. Если жены уйдут, трэш начнем. Трэш начнем играть. Впрочем, и на улице любителей металла потяжелее без праздника не обошлось. Носителей длинных волос и черных футболок заводили шумера и обезьяны и пластмасса из Ухты, а также сыктывкарский дефайнер. А для тех, кто предпочитает музыку полегче, спели и сыграли гости из «Жемчужины Севера» Максим Шувалов и группа «The Jokers». Не забыли на фестивале и о национальном компоненте. Была даже учреждена отдельная номинация за отражение в творчестве коми-культуры. Вне конкуренции оказалась группа «Альбом из Усогорска». Ну, была песня «Ми вой вэ вса пиян», «Мы сыны севера», о характере северного народа. Потом «Кустамби» — это «Вечный огонь», о солдатах, павших на Великой Отечественной войне. И «Коми море». В песне идет сравнение моря обычного с нашим, с Пармой, с Коми лесом. У нас свое Коми море. Зажечь на Сосногорском рок-фестивале и получить одобрение публики непросто, но еще сложнее понравиться членам жюри, перед которыми каждый год стоит сложная и ответственная задача – определить самых виртуозных и экспрессивных участников двухдневного музыкального марафона. В этом году жюри возглавил бессменный технический директор фестиваля, один из его основателей – Владимир Беслер. Также мастерство музыкантов оценивали именитые музыканты республики – Саркис Манасарянц, Михаил Устинов, Артем Вальчик и московский мультиинструменталист Джонни Дафф. Фестиваль получился достаточно хорошим. Разочарований на фестивале практически нет. Порадовали несколько групп. Молодые ребята. Raven State у нас, Сыктывкара молодые, задорно сыграли. Причем уже даже в их возрасте они сыграли эту музыку, которую они играют, правильно. Как это должно делаться. Да, еще несколько лет хорошей работы, будет хорошая группа. Вот.
понравилось и было очень приятно увидеть старых наших людей, друзей, которые делали историю фестиваля из Воркуты, группа Экстер, Канон Стикс. Вот очень было приятно услышать, как поет Саша Вигура, как он играет. Это говорит о том, что фестиваль оживает. Что еще бы хотелось сказать? Некоторые группы буксанули, как говорится, остановились в своем развитии. Но, видимо, их это устраивает. Они как играли на том своем уровне, они не стали ни хуже играть, но играть так же, как вчера, означает уже на сегодня хуже играть. Среди молодых были ли какие-то открытия? Да, вот сыктывкарская группа, они очень прилично сыграли в такой правильный европейский хард. Была еще группа Electric Crow. Да, вот эта группа какая-то весьма оригинальная команда. А вот они порадовали, это ухтинская, по-моему, команда была. Вот. Да, электрическая корона. Хороший стиль. Своеобразный, даже отличающийся от обычного такого музицирования. Нового в мировом таком ничего они не открыли, но для нашего фестиваля это несколько иное направление, такое приятное впечатление. Джокерсы хорошо отыграли, как всегда. Ну, им тоже надо заниматься, знают, на что им надо обращать внимание, а так приятно все выглядели. Вот среди солистов такого чего-то удивительного вообще ничего не было. После бурного обсуждения члены жюри распределили фестивальные награды. Грамоты и призы лучшим музыкантам 2016 года вручили глава муниципального района Сосногорск Владислав Гаврилов, депутат Государственного совета Республики Коми Дмитрий Кологривый и другие почетные гости фестиваля. Также был вручен специальный приз за победу в номинации за продвижение национального компонента, учрежденный по инициативе Сосногорского отделения партии «Единая Россия». В этом году фестиваль был наполнен всевозможными мероприятиями и сюрпризами, которые позволили жителям и гостям Сосногорска разнообразить свой досуг и превратить субботу и воскресенье в непрерывные праздники. Главным нововведением фестиваля стал палаточный городок, открытый для всех желающих. Проживать в нем можно было все выходные, чем и воспользовались как иногородние гости фестиваля, так и местные жители. Палаточный городок стал местом обитания и другой изюминки фестиваля – байкеров, приехавших в Сосногорск из разных городов Республики Коми. В течение двух дней зрители имели возможность любоваться железными конями, а также их мужественными наездниками. А в конце второго дня мотоциклисты представили свои машины во всей красе, устроив импровизированный парад, а также приняв участие в конкурсе на самый громкий мотоцикл. Так как проходил фестиваль на лыжном стадионе, не забыли организаторы и о спортивной составляющей. Прямо во время музыкального действа многие с удовольствием играли в волейбол. А незадолго до начала конкурсной программы второго фестивального дня состоялся футбольный матч между командами байкеров и рок-музыкантов, завершившийся победой мотоциклистов. Двадцать третий рок-фестиваль в Сосногорске запомнится не только творческими баталиями музыкантов, но и важным статусным событием. Впервые за всю историю мероприятия его посетил руководитель региона. Сегодня действительно здесь проходит уникальное событие. Здесь рок-фест 2016 Сосногорск! Я уверен, что сегодня будет незабываемый вечер. Сегодня приехали самые креативные звезды рока. Те, кто был основателем нашего удивительного русского рока. Ольга Кормухина! Алексей Белов! Дорогие друзья, я рад сегодня вместе с вами разделить эти минуты удивительного качественного исполнения замечательных рок-произведений. Это действительно классика. То, что нас всегда радует, и то, что оставляет незабываемые впечатления. Я приветствую вас и хочу вам пожелать незабываемых ощущений, приятной музыки и всего самого наилучшего! Сосногорск, я люблю вас!
Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов скорректировал свой рабочий график специально для того, чтобы поприветствовать сосногорцев и гостей фестиваля со сцены главного музыкального события региона. Именно по его приглашению на рок-фестивале согласились выступить настоящие легенды русского рока – Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. И если приезда хедлайнеров гости фестиваля ждали с нетерпением, то появление Сергея Гапликова на сцене рок-феста стало настоящим сюрпризом. Сергей Гапликов вместе со всеми зрителями получил неподдельное удовольствие от выступления Ольги Кормухиной и Алексея Белова. А сосногорцы, которые оказались поблизости от руководителя региона, не упустили возможность сделать с ним селфи. Завершился фестиваль выступлением мегазвезд российского рока Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова. Выступления таких именитых хедлайнеров в столице Зырянского рока ждали все – зрители и, самое главное, участники фестиваля. Для творческих коллективов, приехавших на Сосногорский рок-фест, выступление на одной сцене с признанными мастерами рок-музыки – настоящий подарок. Тем более, что Ольга Кормухина и Алексей Белов не только щедро делятся своим талантом с публикой, но и активно помогают начинающим музыкантам. А ведь на самом деле музыка, это ее называют молитвой без адреса, и музыка – это единственный язык, который не нужен, которому не нужен перевод и который доступен всем. Тяжелой атлетикой занимаемся, это тяжелый достаточно вид музыки, рок, рок-н-ролл. Тяжелый. Физически тяжелый и эмоционально, и знаний нужно очень много на самом деле, чтобы играть интересный настоящий рок, вот, а не русский губно-рок. То же самое и в искусстве. Нужно напитаться всем. Более того, надо читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы и знать хорошо поэзию русскую мировую. Вы что думаете? Мы ни одного дурака среди выдающихся музыкантов не встречали, необразованного. Они могут под дураков косить, но все очень не дураки и очень образованные люди. Потому что создавать произведения, которые волнуют умы во всем мире, дурак не сможет. Вы знаете, вся беда в том, меня часто приглашают на наше радио в роли эксперта. Ужасно не люблю. Потому что страшно, надоело оценивать второго Кипелова, третью Арию, четвертую Земфиру, пятую Чичерину. Понимаете, ну надоело. Вот откуда у них голодуха, вот откуда вот это вот тухлые глаза. Потому что не нужно подражать вторичному и третичному. Лучше. Я вот всем говорю, ребята, лучше перелопатьте русскую классику и изучите ее. Вы посмотрите, Эмерсон, Лайк и Палмер, целая веха в их творчестве, картинки с выставки Мусоргского. Вы послушайте, не помню название группы, сейчас вот вылетело, целый альбом Рокманинов назвали, понимаете, Рокманинов. Целый альбом. Это современная группа, британская. Вот почему вдохновения-то нет. Так вы возьмите хотя бы, сыграйте прелюдию рахманиновскую, которую переиграл весь мир. Сыграйте ее, просто сыграйте так, чтобы самим кайфануть. Тогда вот вы почувствуете это. И когда вы уже начнете вторичного Кипелова исполнять, вам уже будет не айс. И вы уже будете искать что-то другое. Я всем это говорю, но слышат единицы. Кто слышит, у того сейчас идут успехи. Кто не слышит, ну, насильно мил не будешь. Я говорю, ребят, скучные иногда, даже вот нудные, страшные вещи. Но без них, к сожалению, вы не будете счастливы. Как счастливы мы. А ты что такой сидишь? Алексей Белов и Ольга Кормухина зажгли публику с первых секунд появления на сцене. Качественный звук и потрясающая энергетика сделали свое дело. Публика ликовала. Зрители пели и танцевали вместе с исполнителями. Особенно запомнилась песня «Moscow Calling», ставшая визитной карточкой группы «Парк Горького», бессменным лидером которой является Алексей Белов.